За туристов, которым испортили отпуск, вступилось Министерство иностранных дел. Ведомство предлагает лишить компанию «Гульнар Тур» лицензии. Проблемы с этим туроператором возникают не первый год. Чтобы разобраться в ситуации, алматинские полицейские собрали все документы и опечатали офисы турфирмы. Началась проверка компании, а заявления в полицию от пострадавших продолжают поступать. Айыр Кеирмек продолжит тему. Крупнейшая туристическая компания Казахстана может закрыться. Министерство иностранных дел предлагает лишить «Гульнар Тур» лицензии как минимум на полгода. Поводом послужили частые срывы отдыха казахстанских туристов по вине этого туроператора. Тем более, что скандалы компанию сопровождают не первый год. Халатное отношение к своим обязательствам данным клиентам довели до точки кипения и сотрудников этого ведомства. Неприятный вопрос, когда 250 человек не могут вылететь, и наши службы, которые работают там, помогают им, и устраивают их, просят что-то, вывозят, вплоть до просто оснастить там нашим гражданам воды, даже дать в жаркую погоду. Поэтому все этот вопрос на контроле стоит. Сейчас алматинский офис компании «Гульнар Тур» закрыт. На двери лишь вывески «Обращаться по всем вопросам в управление туризма» или в ДВД города. Это сотрудники полиции начали проверку компании. Они изъяли документы фирмы и опечатали уже несколько офисов в Алматы. Тем временем заявления от пострадавших туристов продолжают поступать в полицию. Счет жалоб уже идет на десятки. В настоящий момент следственным управлением ДВД города Алматы по данному факту проводится доследственная проверка и все необходимые процессуальные мероприятия, о результатах которых общественность будет информирована дополнительно. Во всей стране сейчас работают горячие линии. Как оказалось, плохой репутацией компания пользуется и у своих коллег. Авиаперевозчикам она задолжала 700 миллионов тенге. Чтобы вновь ситуация не повторилась, в Астане будут пересматривать существующее транспортное законодательство. Под председательством министра было проведено совещание с участием комитета туризма, ассоциации, туристической ассоциации, также Национальной палаты предпринимателей Атамекен, которые тоже эти вопросы. И было принято решение создать рабочую группу, чтобы изучить нормативные правовые акты в области транспорта, чтобы внести соответствующие предложения, рассмотреть, то есть, чтобы избежать критической ситуации. Скандал лета 2014 начался на прошлой неделе, когда туристы оказались заложниками турецкого и казахстанского аэропортов. А некоторым, прилетевшим на курорт, отказали заселять в отелях, так как туроператор забыл проплатить номера. Теперь профильные ведомства своими силами возвращают наших соотечественников домой. До 12 июля оставшиеся 500 человек прилетят на родину. Но пока одни не могли вернуться, другие так и не смогли побывать на турецких пляжах и снова по вине туроператора. Судебные иски об испорченном отдыхе начнут рассматривать после того, как ДВД заберет все заявления. Айыр Кеирмек, Рашидин Якупов, телеканал Алматы.